Российская авиагруппировка в Сирии наращивает интенсивность разведывательных полетов из-за того, что отступающие боевики ИГИЛ оборудуют новые укрепрайоны и стремятся поменять места дислокации. Об этом рассказали сегодня в Национальном центре управления обороны. В военном ведомстве отметили, что экстремисты стараются разработать также новые маршруты подвоза боеприпасов и вооружения, запасы которых стремительно сокращаются. За минувшие сутки наши самолеты совершили несколько десятков вылетов, атаковав более 30 объектов инфраструктуры боевиков.